В эфире программа «Молитва, передвигающая горы». Сегодня мы с вами познакомимся с молитвенным опытом нашего гостя. Мы обратимся к словам Священного Писания и, конечно же, будем молиться о тех молитвенных просьбах, которые пришли к нам на передачу в течение этой недели, и прочтем те, которые вы пришлете во время этого эфира. И предлагаю в самом начале попросить у Бога благословений. Помолимся. Отец наш Небесный, мы очень Тебе благодарны за то, что мы живы, за то, что мы можем видеть, слышать, дышать, говорить, общаться с нашими родными и близкими, кого мы любим и кто нам дорог. Спасибо за эту возможность сегодня снова свидетельствовать о Тебе, о Твоей любви, о том, что Ты слышишь молитвы людские и отвечаешь на них. Спасибо Тебе, Господь, за эту возможность. Просим Тебя, чтобы Ты благословил нас, и пусть все, что будет происходить в этой студии, будет для Твоей и только Твоей славы, любящего Бога, Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Друзья, я напоминаю, что мы в прямом эфире, а это значит, что уже прямо сейчас вы можете написать нам ваши молитвенные просьбы, а также слова благодарности нашему Богу внизу, здесь, под этим видео, в строке комментариев. Также вы можете выслать их текстовым сообщением на номер телефона 916-827-8540. Мы прочтем их в прямом эфире. Передадим наши молитвенные группы и будем молиться о них. И еще, если вы находитесь в округе Сакраменто или на близлежащей территории, и у вас есть молитвенный опыт, которым вы хотели бы поделиться здесь, на нашей программе, пожалуйста, позвоните нам по номеру телефона 916-254-81-82. Верим, что и этот эфир станет благословением для всех нас. Ну а сейчас пришло время представить гостя сегодняшней передачи Вадима Русанова. Вадим, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Расскажите, пожалуйста, немножечко о себе, чтобы зрители как-то с вами познакомились, и им будет легче воспринимать ваш молитвенный опыт. Откуда вы родом? Я родом из Украины, с Мариуполя. С такого города. С Мариуполя. Да, знаем, есть такой город. Я думаю, сейчас многие знают этот город. А как давно вы проживаете здесь? Здесь я уже проживаю 7 месяцев, как в Америке. Угу. Да. Так вы только 7 месяцев, вы совсем, так сказать, свеженький еще, да? Да, да, да. Я только... Ну как, адаптируйтесь потихонечку. Да, слава Богу, благодарю Господа. Да, за то, что вы здесь, да? За то, что здесь, за то, что есть все необходимое для жизни, есть и благочестие, как написано, поэтому слава Господу. Очень. Поддержка есть, да, и от людей есть поддержка, от государства, да, и так далее, да? Да, да, да. Но, слава от Богу. Церкви. И от церкви, ну, конечно, слава, как же. Слава Богу. Ну, а как с вашим языком? Нет, не с органом, а вообще, как с английским языком? Английский, надо прилагать больше усилий. Учу. В процессе, да. В процессе. Правильно вы сказали. Ну ничего, Господь благословит то, что вам надо. Он обязательно по вашим стараниям и молитвам обязательно даст вам. Да. Ну скажите, пожалуйста, а вот с Богом как вы познакомились? Вы родились в семье верующих родителей? Нет. Мои родители, они были неверующие. У меня развелись родители, когда еще маленький был, развелись. Отец с матерью развелись, и меня воспитывала мать. Я остался с матерью. У меня есть старший брат, он остался с отцом. Нас родители поделили детей. И вот так вот оно, плачевно, но бывает такое. И познакомился с Богом, у меня была соседка верующая. И когда она делала добро нам, так как мы были как семья малообеспеченных, бедная семья, другими словами, она делала добро и говорила о Христе. И проходя жизнь, у меня о Боге сформировалось как видение, что Бог добрый. Что Он добрый. Что Он добрый, да. И даже будучи в мире, в грехах, когда я ходил в мире, то у меня было понимание, что Бог, Он добрый.
И я не мог как бы впадать в те грехи, в которые меня окружали. То есть вас что-то сдерживало, да, получается? Да. То есть у вас уже было понятие, что Бог есть, это я так уже понял, что Он точно есть, да? Сомнений не было, но, да? Вообще я немного, ну, оно у меня, когда люди мирские окружают, неверующие, угу. то вызывали оно как человек, как плавает. И Бог есть, и угу. сомнения пытаются люди насеять, но... Угу. Понятие было, что Бог, Он добрый. Угу. И даже периодами, ну как, или неосознанно, ну со временем я обращался к Богу. Угу. Вот я как раз хотел задать вопрос. А как же все-таки зарождалось, если вы в окружении неверующих, ну кроме соседки, как же все-таки зарождалось и вообще созрела и развивалась ваша молитвенная жизнь? В мою жизнь вот... Кроме мирских людей, которые меня окружали, периодично приходили люди с верующих семей. Угу. Это дети, я ж школьник был, учился, потом в училище, в лицее, у нас лицеями называли. Угу. И меня, периодично я встречался с людьми, которые с верующих семей. Угу. И они мне говорили о Боге. И пришел момент, когда я начал читать Писание. Я угу. начал читать Писание еще, будучи как бы грешником и как мирским человеком, но я, читая Слово Божье, я начал рассуждать о нем. Когда я читал о молитве, и там Иисус говорил, что когда молишься, войди в комнату твою, затвори дверь за собой и помолись Отцу твоему в тайне. Бог, видящий тайно, воздаст явно. Угу. И я буквально, читая Слово Божье, я буквально так и понимал, что вот так вот надо делать. И у меня дом, я заходил на кухню, у меня кухня была тайная комната, закрывал дверь за собой и становился и молился Богу. На колени становились, на да? колени становился угу. и молился Богу. И у меня было такое, что я, будучи вот когда читал Слово Божие, у меня еще была зависимость. Я играл в азартные игры. Угу. Я играл в азартные игры на то время, это ставки на спортивное событие. А, я думал, вы в карты играли, нет? Оно все переплеталось, основное просто у нас, когда... Карты я еще был, тогда несовершеннолетний, только совершеннолетие, и меня бы, не пустили в казино из-за возраста. Ну, в принципе, что касается карт, это больше, это моего детства. Да. В вашем детстве и юности там уже было много яркого, автоматы там и так игровые далее. Игровые автоматы, игровые, да. Угу. И вас это втянуло, да? И очень сильно втягивало. Ну, я проводил очень много времени. Я мог часами там находиться, смотреть, как кто-то играет, сам играть, сам участник был этому всего. И я видел очень много людей. Очень много людей, которые приходили, проигрывали деньги. Кто-то выиграет, кто-то проиграет и уходили. Угу. И после этого, вот, когда мне говорят за азартные игры и рассказывают, я выиграл там джекпот снял, я выиграл денег куча, то я говорю, послушай, я сколько там был и видел, я говорю, счастливых людей я там не видел. Ну а те, которые выиграли, они что, не были счастливыми? Вот таких людей я слышал. Они выиграли, джекпот, много денег. И в то же время я слышу о ихних родителей, у которых пропадают зарплаты, о бабушках, у которых пропадают пенсии, о том, что с домов выносятся. На словах, они все выигрывают, они выигрывают большие деньги, еще чуть-чуть и родственники и все страдают, выиграют. Да. Да? И вот вы втянулись вот в эту систему игровую, да? Игровую. На то время... Произошло, что автоматы игровые закрыли в Украине. Их угу. просто позакрывали, и их не стало. А букмекерская контора, так называемая, это ставки на спортивные события, на то, она осталась, и я очень много проводил там времени. Угу. И когда я начал читать Слово Божие и молиться,
то однажды я стал на колени, я еще не был верующим, еще не покаялся, можно сказать. Не воцерковился. Не воцерковился, да. И я заходил и вставал на колени, я славил Бога, я благодарил Бога. И я обратился, у меня вот просьба, чтобы мне молитвенная такая, ну, нужда у меня была, или просьба, чтобы мне выиграть в азартные игры. Чтобы мне пойти сделать ставки, чтобы я выиграл. Много денег, да? Много денег. И я обратился с этой просьбой к Богу. Угу. Чтобы он благословил и помог, получается, да? Ну, да, своими словами, угу. как мог тогда. И когда я молился, то произошло, что пришла ко мне мысль. Вот такая вот мысль и такой, как бы, необычная, и такая мысль «нет». То есть эта мысль «нет», это то есть не от вас исходило, это вот не, откуда-то изнутри, не, да? Ну, да, потому что мои мысли, я настроен был на одно. Вот мне надо выиграть и все, то есть я Господи, молюсь, дай, дай, дай. А пришла мысль «нет». И после этого я пошел, когда я пошел ну, в очередной раз поставить, сделать ставки. И когда я сделал, я проиграл. И много денег было, да? Ну, на то время для меня, может быть, много. Оно угу. разное. Ну, в принципе, в семье без отца, с одной мамой, с братом, то, конечно, денег да, у вас все заработанные не было деньги, все, где мог подработать, заработать, я проигрывал, можно сказать, ну, практически все. Угу. Вот. И потом я опять повторил, я опять молился, и опять та же мысль, нет. Просто нет слова. Нет. Нет. И прошло время, что я опять проиграл, но проходит чуть-чуть времени, и я просто развернулся и ушел с этой азартной дороги, можно так сказать, с этих азартных игр, и я получил свободу. У меня вопрос, вот смотрите, вот вы, получается, три раза, да, молились, да. три раза вы помолились, где-то в закрытой комнате, как положено, все сделали, да, да. попросили, а Бог говорит, нет, то есть не ответил, вы проиграли все деньги, и говорите, что потом, как вот этот процесс происходил, что вдруг вам стало неинтересно, это было разочарование после третьего раза, или что такое произошло с вами, мне интересно просто. Когда, ну, произошло то, что когда я читал Слово Божие, то для меня начала открываться другая дверь, это угу. живой веры в Бога, а эта дверь, она была лживая. Игровая, ну, игромания, азарт, и то я проводил там много времени и просто впустую. Я вникал во все спортивные соревнования, во все виды спорта, какие, ну, как бы, какие там представляли, и ну, для чего не понимая. То есть пришло какое-то понимание, я так понял, да, Вадим? Вот, то есть вот, вот эти три раза разочарования, все деньги проиграны, но я же молился, Господи, почему ты не ответил? И потом пришло осознание, да, что вот это все... Оно мне не надо. Это не то, что вам нужно. Оно но тяга была, вот, осознание, очень часто бывает так, осознание приходит, а тяга остается. У вас как было? У меня было, оно как бы для меня стало оно как чужое. Я его это как, ну, как возненавидел, оно мне стало противно. Вау. Я не захотел больше ну, в этом находиться, потому что на то время я начал искать Бога, я Серьезно, начал посещать очень, да? церковь, да. И это были шаги, ну как бы пути, я шел к покаянию. Угу. Я в то время и покаялся, искренно, угу. осознанно. И обратился к Богу. И больше не было тяги никуда, никогда идти уже туда, да, никуда не сделать ставки, не играть в азартные игры. Просто все это Бог убрал, получается. Да, открылась другая, ну, как бы жизнь. Угу. Жизнь – это со Христом. С того момента я, ну, для себя, например, стараюсь, я не хожу в казино. Я не сижу там, не хожу, не брожу, где автоматы, где то, так же и в той. Мимо я могу пройти, но я, ну, как бы, я себя стараюсь не искушать этим. И... Избегаете, короче, вот этих мест вы избегаете. Да. Ну и правильно, да. чтобы не было искушений. Все правильно, я согласен с вами. Но вот скажите, смотрите, получается так, Бог вас
освободил от этой зависимости. Получается, он показал вот одну жизнь и другую, вот та, которая была, и та, которую он новую представляет. И вот вы говорили, что там счастливых людей нет в той жизни, вот, да, вы не видели. Это обман. Это обман, да. А вот в этой жизни Бог вам говорит, вот другая жизнь, она насыщенная, действительно, по-настоящему счастливыми минутами. Она настоящая. Вот туда, она настоящая, да. Она не игровая, она настоящая. Не вымышленная. То есть, смотрите, получается, Бог ответил вам на молитву, освободив вас. И у меня так вот, думаю, как же мне интересно складывалась ваша жизнь. Получается, что для вас вот с того момента, чем для вас стала молитва? Молитва для меня стала как частью моей жизни. Это частью моего, ну как выразить, естества, сознания. То есть с того момента я молюсь очень часто, постоянно. Я пребываю в молитвах, ну молюсь Богу. И в жизни своей я видел много раз ответы на молитвы. В таких, ну, непростых обстоятельствах, тяжелых обстоятельствах, сложных. И не только в своей жизни, но и в жизни моих близких. В смысле? И людей. Бог отвечает на молитвы ваши, да? И происходят какие-то перемены в жизни ваших ближних, да? Да. Моих, мои, ну, родственники, они как бы еще не покаялись. И произошло то, что война в Украине, это сегодняшнее время, и Мариуполь, он был в таком положении, он был окружен войсками, и там происходили очень сильные боевые действия в этом городе. Это мы знаем, да. На этот момент я находился в Польше, в Варшаве, на миссии, на служении. И когда я там находился, я вечерами молился. Периодично я вечерами, когда все ложились спать, я выходил, там был коридор, вот эта вот тайная комната, и я молился Богу. И однажды, ну, когда вот это все происходило, пришло как побуждение молиться о родных. Оно пришло от Бога, побуждение, что Дух Святой начал побуждать, что мне надо молиться о них. И я начал молиться, и просто как со слезами, как взывать, это было не просто молитва, как вопль. Это была боль где-то сердца, да, получается? Это вот. как ну, такая молитва, ну, от сердца можно выразить. Когда ты взываешь, вопиешь к Богу, и я не до конца даже понимал, что происходило в этом городе, что происходило с родными. Связь, она была просто потеряна. Не можно было, ну, ни с кем не созвониться, ничего, ну, как бы... Неизвестность, в общем, толком, да? Неизвестность. А мама была там, и брат там был, да? Нет, брат мой не был там. Там у нас дом, он на два хозяина. С одной стороны жили мы с мамой, ну, и мама там жила. С другой стороны жили мои родственники, дядя и тетя, и ихний сын. И произошло так, что вот наш дом... И после того, вот проходит чуть-чуть время, и я узнал, что, оказывается, наш дом, он сгорел. Он попадали снаряды, прямо рядом снаряды попадали, и дом сгорел. А с мамой, с родными что? А с родными я узнал, что все живы. Все живы, и даже собака, которая была во дворе привязана на цепь, ее тоже отпустили, и она живая. Бог явил милость, сохранил жизни моим родным. Слава Богу. Смотрите, слава Богу. По Божьей милости они живы и здоровы все. Все остались живы. Слава Богу. Понятно теперь, что для вас, чем для вас является молитва. Молитва, она, ну, это важная часть жизни, ну, я думаю, всякого христианина. Любого христианина, это одна из основных частей жизни. Я так понял, с вашего высказывания, вы говорили про себя и про родных, я так понял, что молитва – это не только мое дыхание, не только моя жизнь. Молитва – это жизнь моих родных, моей семьи, всех, о ком я молюсь. И
о ком заботится Бог по нашим молитвам. Получается, эта ответственность получается на христианина двойная. То есть молитва – это и мое дыхание, и моя жизнь, и от моей молитвы да. это и жизнь, и дыхание моих родных. Да. Через веру в Иисуса Христа. Слава Богу. Спасибо большое вам. Спасибо, Вадим, за, получается, как бы такой опыт, который перешел, как двойной такой опыт. Мы больше узнали о вас, о той молитвенной жизни, которая в вас есть и которую вам подарил Господь. Слава Богу. Да. Слава Господу. Слава Богу. Друзья, вот слушая историю молитвенной жизни нашего гостя Вадима, я подумал, какие же мы, люди, все разные. Вот наш гость несколько раз просил у Бога три раза помощи выиграть деньги, но Бог не помог. Вадим, не получая просимого, терял свои деньги, которых у него было не так много. Но сегодня он здесь и проповедует милость Иисуса Христа. А сколько людей, которые молились и просили Бога о важных для них вещах и не получили ответ? Сколько людей после этого отбросили даже мысль о существовании Бога? Думаете, их молитвы были неискренними? Еще какими горячими и искренними? Друзья, в наших передачах мы свидетельствуем, как Бог отвечает на молитвы, и это вдохновляет многих. А как быть с теми, кто не получил ответа на молитву? Как помочь людям, разочаровавшимся от молчания Бога? Ведь иногда Бог действительно молчит. Может, им нужно привести стихи из Библии о том, что молитвы некоторых для Бога – мерзость. И как пишет пророк Исаия в первой главе, Бог иногда даже закрывает глаза и уши. Но поможет ли такое бичевание? Тем более, что Бог все равно, пусть через пленение, но спас остаток и подарил через этот народ Христа Мессию. Так может этим разочаровавшимся людям объяснить, что иногда Бог не отвечает на наши молитвы, ну, потому что мы не готовы это принять, или нам будет этого вред, или это принесет вред другим, или лишит их свободы выбора, или, может, просто-напросто не пришло время. А может быть, обратить внимание этих людей, разочаровавшихся в Боге, к библейским героям. Ну, например, обратить внимание на Иосифа, сына Иакова, которому Бог не ответил на молитвы. Спросите, на какие молитвы? Да на те, которые не записаны в Священном Писании. Думаете, он не просил Бога вернуть его из рабства домой к отцу? Бог ему не ответил, но зато подарил ему лучшее будущее и счастье, а через него и спасение всему семейству и даже народам. Может быть, обратить внимание на священника Захарию, мужа Елисаветы, которому Бог тоже не ответил? Как не ответил, спросите вы? Ведь Бог подарил им сына, Иоанна Крестителя. Так-то оно так. Только Захария уже не просил об этом. Разве это непонятно из разговора его с ангелом Господним, который явился ему? Мог ли Захария просить тогда, когда не верил, что это возможно? Не кажется ли вам, что Бог сделал отсрочку, чтобы подготовить и Захарию, и Елисавету к воспитанию предтечи Иисуса Христа? И у них получилось. Сам Иисус сказал, написано в Священном Писании, что как-то так, что среди всех когда-либо родившихся людей нет ни одного, кто был бы больше Иоанна. Помните, он сказал это ученикам. А может быть, обратить внимание
на апостола Павла, которому Бог не ответил на моление. Давайте мы посмотрим второе послание к Коринфянам, 12 глава. Он сам пишет: «Трижды Господа я просил, чтобы избавил меня от сего». Ну, в синодальном переводе «от жала плоти». «Но ответом мне было: довольно тебе благодати моей». Почему такому гиганту мысли, исполину благовестия, как Павлу, Бог не ответил на молитву, на просьбу? Только вот сам Павел на этот вопрос отвечает. Давайте мы прочтем. Здесь же он пишет: «Чтобы не превозносился я безмерным величием полученных мною откровений, дана мне вплоть, современный перевод, мучительная заноза. Посланник сатаны избивает меня. Это и удерживает меня от превознесения». Как помочь разочаровавшимся в молчании Бога? Может, молиться о них, чтобы Бог наделил их даром веры? Ведь именно вера помогла всем этим людям пройти через тишину молчания Бога и сделала их великими. Как являетесь и вы, друзья, великими по вере, граждане Царства Небесного. А может быть, великими вас делают и молитвы о тех, кто разочаровался и отошел от Бога. Вы сами что об этом думаете? Друзья, а теперь пришло время познакомить вас с теми молитвенными просьбами, которые пришли к нам на передачу. В течение недели те просьбы, которые мы получили и разослали в молитвенные группы, вы уже с ними ознакомились в начале нашей передачи, были титры. Ну а вот те, которые сообщения пришли к нам во время эфира. Наталья пишет: «Здравствуйте, прошу молиться за Настю. Сегодня ее бросает муж, оставляет ее с двумя маленькими детьми и кредитом на машину. Мигрирует в другую страну. Меньшенькой, то есть дочке, я так понял, всего 5 месяцев. Помолитесь, чтоб, уезжая, не причинил зла ей и детям, и имуществу, чтобы побыстрее можно было продать машину и закрыть кредит». Вот такое вот сообщение, конечно, пришло. Ольга Загуменова пишет: «Прошу молиться за полное исцеление всего тела от боли, за набор веса. Диагноза нет. Надеюсь на силу Бога». Да, я так понял, Ольга пишет о том, чтобы исцелилось все тело, чтобы не было боли и вес не набирался, да, без диагноза. Вот на сегодня у нас пока такие две просьбы. Если вы отправили просьбу, но я не прочел, не переживайте, мы обязательно будем молиться и отправим в наши молитвенные группы. А сейчас мы помолимся о всех этих просьбах. Я хочу попросить нашего гостя Вадима. Вадим, пожалуйста, помолитесь. Вы в курсе всех молитвенных просьб, которые пришли и во время недели, за неделю, и вот услышали те просьбы, которые пришли сейчас к нам на программу. И помолитесь, пожалуйста, о тех людях, которые разочарованы из-за того, что не услышали ответ Бога, которые сейчас проходят вот этот вот этап тишины или молчания Бога. Помолитесь, пожалуйста, о них. Господь, слава Тебе, великий Бог, Ты есть Бог всемогущий, Ты есть Бог святой, Ты даешь жизни, Ты даешь спасение. Господь Иисус,
мы молим и просим Тебя, Господи, о тех людях, которые нуждаются. Которые нуждаются в Твоей помощи, в которые нуждаются в Твоем исцелении, которые нуждаются, чтобы Ты и выслал служителей, и пришла вера, и было исцеление, и была помощь, и помощь с разными жизненными вопросами. Прошу Тебя, благослови этих людей, помоги им, Иисус Христос. И молю Тебя, Господи, за тех людей, которые проходят такие обстоятельства тяжелые и трудные. Когда они молятся и еще не видят ответа от Тебя. Твои намерения, Господи, они во благо, а не во зло, чтобы дать человеку будущность и надежду. Благослови их, Господи, чтоб они надеялись и уповали всем сердцем на Тебя и шли за Тобою в вере. Слава Тебе, Отец Сын и Дух Святой. Аминь. 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 Вадим, еще раз большое вам спасибо за то, что вы согласились прийти к нам на передачу, поделиться вот этой своей молитвенной жизнью. Пусть Господь благословит и дальше вас, ваших родных и близких, продолжает их беречь, сохранять. И самое главное, желаю, чтобы они приняли Иисуса Христа в свое сердце. Слава Господу! Слава Богу! Друзья, наша передача подошла к своему завершению. Я очень благодарен и вам, и главное Богу за время, проведенное вместе. Еще раз хочу напомнить. Если у вас есть молитвенный опыт, которым вы хотели бы поделиться здесь, на нашей передаче, пожалуйста, позвоните нам по номеру телефона 916-254-81-82. Это была программа «Молитва, передвигающая горы». До встречи в следующую пятницу, как всегда, в 7 часов вечера по Тихоокеанскому времени. И пусть Господь благословит вас, хранит и отвечает на ваши молитвы.